И я приветствую тебя в этой медитации благодарности. И займи комфортное положение. Пусть твоему телу будет удобно, комфортно, тепло. Позволь себе расслабиться ненадолго. И сделай глубокий вдох. И с выдохом закрывай глаза. Постепенно фокусируясь на ощущениях в теле, на том, что происходит внутри. И позволь себе дышать чуть глубже и дольше. Сделай вдох глубже, продолжительнее, чем обычно, наполняя легкие, живот воздухом. И выдох. Пусть твое тело расслабится. Пусть уйдут на второй план дела, заботы, проблемы. Ты сейчас просто находишься с собой. Чувствуешь свое тело, чувствуешь то, что внутри. И с каждым выдохом ты все больше расслабляешься, погружаешься внутрь. Продолжай дышать медленно и спокойно. И прямо сейчас ты уже можешь почувствовать благодарность за то, что нашел время для себя, побыть с собой, почувствовать свое тело, изучить себя. Может быть, почувствовать, как тебе комфортно и удобно сидеть в том пространстве, где ты находишься, дома или в каком-то другом приятном месте. А может быть, благодарность за свое тело, дыхание, свободное, легкое дыхание, за этот момент, такой, какой он есть. Глубокий вдох и выдох. И сейчас подумай или представь какой-то образ, за который ты можешь быть благодарен своей жизни, миру, обстоятельствам, себе. Это может быть какой-то процесс или человек, какое-то событие. За что ты прямо сейчас можешь почувствовать благодарность? Может быть, за твой комфортный дом? Может быть, за домашних питомцев, которые наполняют твою жизнь радостью? Может быть, какой-то человек дает тебе много-много положительных эмоций? Что сейчас есть в твоей жизни такого, за что ты можешь прямо сейчас почувствовать благодарность? И это могут быть какие-то повседневные вещи. Чистая вода, вкусная еда, тепло и комфорт твоего дома, удобство, который дает тебе современный мир, возможности, которые дает тебе время, в которое мы живем, возможность связаться с человеком на другом конце планеты в считанные секунды или оказаться на другом континенте за несколько часов, добраться в какое-то место быстро, и с удобством. Представь такие вещи, которые в повседневной суете ты даже не замечаешь, не обращаешь внимания, воспринимаешь как должное, но подумай, насколько они облегчают и делают удобной твою жизнь. Не забывай дышать медленно, глубоко, спокойно. Почувствуй, как с каждым вдохом ты словно наполняешься этим чувством благодарности. Наполняешься изнутри, в то время как какие-то образы или воспоминания приходят к тебе. То, за что ты чувствуешь
признательность, искреннюю признательность и благодарность за то, что это есть в твоей жизни. И это могут быть какие-то совсем повседневные явления, такие как теплое солнце, которое иногда согревает твою кожу, или свежий, охлаждающий дождь и свежий воздух после дождя. А может быть, это пение птиц за окном или шелест листьев, или красота осени, красота природы. Все те же вещи, которые иногда ты не замечаешь, находясь на улице, когда ты бежишь куда-то по делам, решая какие-то задачи, пропуская эти какие-то прекрасные моменты, которые прямо сейчас ты можешь вспомнить и заметить. На самом деле они украшают и наполняют твою жизнь. Глубокий вдох, не забывай чувствовать свое тело при вдохе, и со вдохом благодарность, чувство благодарности заполняет тебя, наполняет тебя изнутри. Чем больше моментов ты представляешь, тем сильнее это чувство удовлетворения, признательности, благодарности. Может быть, удовольствие, оно тебя заполняет изнутри, поднимается прямо с кончиков стоп, поднимается. И, может быть, ты уже даже улыбаешься, и оно наполняет все твое тело, с ног до головы, чувство удовлетворения. То, насколько же прекрасна и хороша твоя жизнь, что этот момент сейчас именно такой, какой он есть, и то, что обстоятельства складываются именно так, так, как будет лучше для тебя. И, может быть, ты вспоминаешь какой-то недавний опыт или ситуацию, какие-то моменты в твоей жизни, за который ты можешь почувствовать благодарность. И не обязательно, что эти моменты приятные и радостные. Они могли быть тяжелыми, неприятными, могли доставить тебе какие-то неприятные эмоции. Но ты можешь почувствовать благодарность, потому что именно эти события, эти моменты научили тебя чему-то очень важному, дали тебе необходимый опыт, опыт, благодаря которому ты стал именно таким, как сейчас, стал собой. Какой-то бесценный опыт, какая-то жизненная ситуация, которая так многому тебя научила, почувствуй благодарность прямо сейчас за нее. Или это был какой-то человек, с которым отношения могли быть не всегда приятными, не всегда радостными, но который тоже дал тебе бесценный опыт, мудрость и знания, и помог тебе стать именно тем, кто ты есть сейчас. И прийти именно в эту точку, в пространстве. Прийти к себе, узнать себя лучше. И сейчас ты можешь почувствовать благодарность за свое тело, за эту короткую практику, за свое дыхание. Можешь приложить руку к сердцу, почувствовать сердцебиение, жизнь внутри тебя. Поблагодарив снова этот мир, жизнь, себя. Постарайся оставаться в этом состоянии. Дальнейший день и почувствуй, насколько оно наполнит тебя и твою жизнь.